Чувашская республика, как известно, имеет очень высокие рейтинги, как регион с очевидной инвестиционной привлекательностью, как регион с очень благоприятным предпринимательским климатом. Здесь руководством республики делается все, на мой взгляд, необходимое для того, чтобы экономика развивалась, а вместе с чувашской экономикой развивалась экономика национальная. Михаил Васильевич Игнатьев создал дееспособную команду, которая работает мощно, она видна на общероссийском фоне, она заметна, и оценки, данные президентом Российской Федерации, совершенно точно не случайны. Поэтому здесь, в Чебоксарах, предстоит, на мой взгляд, очень важный и нужный не только Чувашии и не только Приволжскому федеральному округу, нужный всей стране разговор на самые актуальные темы, которые сейчас нужны и важны нашей России.